Ярослава Барташевич, я 2005 года. Родилась я 29 марта. Давай, расскажи о своих успехах. Я играла последних два турнира во Франции. Я там дошла до четвертьфинала, проиграла румынке. Это турнир ТЕ до 12 лет. А в парном турнире я дошла до финала. А вот последний турнир, который я играла, это был турнир Пироговский. Он проводился в Мытищах. Я там в одиночном турнире заняла первое место, а в парном второе. Это тоже турнир ТЕ? Да. И благодаря этому турниру меня взяли в сборную. Следующий турнир у меня будет чемпионат Европы, который будет проходить в Англии, в Лондоне. Там я буду играть за сборную России. А самый последний турнир, который... Самый последний турнир — это был квал чемпионата Европы. Мы там мы заняли там первое место. Мы в первом круге мы обыграли Финляндию со счетом 2-1, во втором круге мы обыграли Италию со счетом 2-1, а в финале мы обыграли Польшу со счетом 3-0. Тренируюсь я у Владимира Вячеславовича Геллера, а мой тренер по физподготовке Олег Владимирович Курбатов.